sorry. I trusted Simmons. I should have been able to see through his lies. This is all my fault. Just following orders, right? You're doing the right thing. Я думаю, сейчас в этом моменте Джейк больше переживает. 50 лямов улетели в никуда. Да-да-да. Висят тут такой голос. Я хочу поиграть с вами в игру. Та-да-дан. На что вы готовы зайти ради выбраться? Итак, мы наконец-то добрались до последней главы. О, а кто нас освободил-то? Крис и Пирс, помнишь, мы за них играли? Нет, уже забыл. А где наше оружие, как всегда? Ничего нет. Ну так а что ты думал, что тебя, блин, возьмут в... Конечно, я смогу тебя... Ух ты. А у меня таблеточка появилась. Нифига ты вроде в другую сторону бил, как же ты мне... Ну так это же подножка круговая. А вот сейчас у меня, кстати, инвентарь с правой стороны находится, а не с левой, как обычно. Да, пока я замахну своей корявой ногой. О, наши вещи! Наши вещи! Крысы. Слушай, а тебе не кажется, что там слишком много вещичек, чтобы они их вот так вот таскали? Как, блин, в пятой части, так это, помнишь, за спиной было оружие? А ну тут... да. Все в карманах. Давай, иди. Или я пойду. Пойдешь ты. Там эмблемку надо сбить. Там крысы. Thanks. Эмблемка. Вау, какой видон сейчас был. Ёпарасоте. Бля, как мне эмблему-то сбить? Ну, оружие будет, куда собьем. Да, мы здесь понять. Ладно. Вау, такой вид. Ладно, я потом посмотрю. У меня шикарный просто вид. Ничего, у Ады он еще более шикарный. Сейчас в темноте, конечно, не видно, но здесь прям просто приятно посмотреть. Ты что там делаешь-то? Да ничего. Головой об стену бьешься? Тебя жду. Так, темно. Ой-ой-ой! Здесь... Оу, какие люди. Открой дверь мне. Обойдешься. Я сам. А может и не сам. Я не хочу лезть в вентиляцию. Да. Ну ладно, так уж и быть. А что такое? У меня ничего не выделяется. Может, компьютер какой? Да хорош там вякать, сейчас я тебе все открою. У меня даже инвентаря нету. А у меня был инвентарь. Это вроде опять эти... Вот тут вот дверь. Да вижу я, что здесь. Опять насилование маленькой девочки. А, просто подойти и ед. То есть здесь не высвечивается. Сейчас я разберусь с этим. Стрелять что ли надо было? Что-то я ничего не понял. My pleasure. Так, что у меня есть? А ни черта у меня нет. Это опять эти неубиваемые что ли? Угу. Уничтожьте бо. Давай, бей его, я буду стрелять. Может мне его этим электрошокером пощекотать? Все, пошли отсюда, уходим. Да, ну нафиг его. Я так, блин, игру прошли, ну как игру, блин, одну туда. Компанию, и я до сих пор не понял, как эту хрень убивать. Да ёлки-моталки.
Давай, нажимай. Одну убили, вторые ноги остались. Да, эта хрень, она тоже потом со временем встает. Черт, у меня уже два квадратика осталось, пока я тут развлекался с ней. И одна аптечка всего лишь. У меня вообще нет ни одной аптечки. Места, как всегда, нету ни на что. Буду сейчас все тратить. Так, рычаг опять, рычаги, как с пятой части, помнишь? Там все на рычагах держалось. Да. Уже мозоли от этих рычагов. И только в конце две карточки пошли. Кстати, заметь, в компании за Шерри Джейка, вот из главы в главу мы перебираемся, ну не показывают, как мы перебираемся. То есть постоянно где-то мы очухиваемся, то здесь, то там. Ну да, ну нас отрубают, и мы. И мы все чухимся. Домаемся. О, сейчас заработал. Давай, дергай. Ты тоже дергай. А где мой? А, вон мой. Интересно, а если бы здесь один человек был, все, хана. Да. О нет, и опять эти, блин, неупокоенные сволочи. Ты что, будешь убивать их? Ну, чтоб не мешало. Короче, ищем рычаги или что? Ай, рука, аккуратно. Вот руку я убил. Так, давай искать. А где тут искать-то? Тут бегать некуда. А, нажать, оказывается, надо. А чё же они написали-то? Чё это такое? Лифт? Мне это чем-то вторую часть напоминает. Помнишь там в финале, когда они... Чё такое? Похожая была конструкция. Ну да. Только она не двигалась. Наконец-то. Специально, что ли, так сделали, чтобы мы подождали? Так. Сейчас будут загадки-магадки. А, вот сюда, быстрее за мной. А, я в текстурке застрял. А чё она у меня не прыгала? Она испугалась. Странно. Ладно, ждем. Кажется, надо было просто стоять на месте. Ну, давай. Вот так. Еще идет. Дергай рычаг. Блин, я там контратаку мог сделать. И обратно, да? Ой, черт. Вот такая нудятина меня бесит. Обратно, что ли, забегаем? Не знаю. Давай искать куда. А, нет, вот по стрелочке. Да ладно, не стреляй, побежали. Окей. Пока что не узко, можно убежать, бежим. Это когда нас прижмут, тогда да, можно отстреливаться. Так, сюда на лево. Налево. А, вот оно. Я уже на месте. А-а-а! Ты не успел, что ли? Да. Уехал без меня. Давай, я тебя подожду, не буду пока идти. Если я, как говорится, доживу. Чё, до тебя добежали уже? Ага. Печально. Печально. А мне-то как печально. Ой-ой-ой. Тут ко мне идет эта штука. Поэтому, извините, я ждать на месте не буду. Ты никуда не иди, прям оставайся на месте и просто вниз спускайся. Ну знаешь, мне эту хрень дождаться надо, она крутится. Она на одном месте стоит. То есть, ну не так, как предыдущая, что она всего. Раз.
О, патрончики. Так, куда идем? Не туда идем. Там еще одна штука пошла. Мешки какие-то. Вот тут через мешки идем. Давай. А вот она. Еще одна осталась. Ну зачем все это показывать? Мы все равно не запоминаем, куда она едет. Ну, а я запомнил. Запомни, что нам надо в хреновину, которая называется Г. Не, ну только это. Я имею в виду... Один хрен выходишь, а потом обратно... Просто прыгаешь и ждешь, когда она сама подъедет, и все. Нет! Да? А, нет. На этот раз нет. А... Г, да, где? Д, да, не сюда, не сюда. Все, все, жду. Г. Ф, жду. Значит, понятно, зачем нам... О, привет. Она до Г и не доехала. Может, надо пережать что-то? Погоди. Так, это закрыто. Нет, там в F надо. Вот здесь показано F мне. Так что на F едем. Прыгай. Просто там... Ну, Фёдор, японский твой бог. Да, Хёма, это меня путь загородил, а... А, ну ладно, тогда. Тогда извиняй. Кстати, мне показывают в другую сторону. Да? Да. А, ну тогда иди в другую. Куда тебе показывают. Возможно, тут рычаги... Нифига их тут! Нифига я прыжок сейчас сделаю. Нифига их тут! Да пошли вы взад. Да блин. Блин, ну вот я сюда прыгнул, но я не понимаю, что это мне дало, потому что тут ни хрена нету. Да... О, господи! Он просто задел меня. Какого хрена она? Ага, вот оно как. Ты добежал? Нет, я тут вообще таким... Ты меня сейчас будут насиловать. Тут, короче, два лифта, и я вот... Ты можешь, в принципе, продемонстрировать, что ты там, куда ты идешь? Да, уже демонстрировать, я думаю, нечего. Или есть чего. Не, ну мало ли, вдруг там на тебя сейчас тоже кто нападет. Ну, пока еще нет. А вот я докуда-то добежал. Ай, блин, ну почему? Держись. Бесит. Ну теперь, блин, смотреть на это существо. Господи, ну чё оно не останавливается? Давай, дергай свое дерьмо. А, нет, подожди, не дергай. Рановато я тут. Горячился. Слушай, а ты можешь как-нибудь отключить? Ой. Тут у меня лазеры, короче, стоят. Да подожди, я тут на бум бегу куда-то. Мне кажется, ты их отключить должен. У меня патронов уже нету. А вот уже тут. А как ты сюда добрался-то? Не знаю, через F что-то. Я там через такие прыжки, блин, прыгал, которые только Джейк может делать. Давай, погнали, дергай. Сейчас. Я не могу дернуть, кстати, забыл тебе сказать, потому что он там лазер. И что нам надо сделать? А, я знаю. Ну, можно и так. Блин, одни шашечки, которые мне не нужны, 500 лет. Гадика. Тебя-то что показывают? У меня к рычагу показывают, а тебе? Ну так вон рычаг, но он за лазерами стоит. Может, значит, я опять... Ты на Q нажимай, он тебе покажет, куда идти. Я же тебе говорю, вот, вот что мне надо сделать, но лазеры вот здесь вот, они мне пройти не дают. Он тебе показывает на этот рычаг, что ли? Цель на рычаге, но вот то, что Q, оно мне вообще показывает прыгать непонятно куда. Ну вот туда и беги, что ты тупишь. Ну знаешь, оно мне, в том-то и дело, что оно мне показывает на дверь, просто на дверь и все, в которой нету ничего. Тебе надо как-то объехать, наверное. Мне его показывает просто идите к лифту, все. Да блин, господи, ребята, отвяжитесь от меня.
Я не хочу с вами играть сейчас. Вот здесь я прям не был. Может, тут чего. Руку я убил. О! Давай, дергай. Дошел. Наконец-то. Аллилуйя! Заработал! А, теперь вернитесь. Теперь на точку Б, да? Нет, сначала уничтожить БООО. А какое? Твое БО или свое? Мое, наверное. Ой. Так на рычаг упал. Ты чё сделал, Фёдор? Я не хотел. Да, нормально, хоть лифт заработал. Хорошо, он заработал. Блин, до меня тут существо домогается. Подожди, куда бежим? Сюда. Давай, за тобой бегу. У тебя есть какие-нибудь таблетки? Нет, у меня вообще все по нулям. А спрей? Да у меня, говорю, у меня насчет аптечек по нулям все. Ну, спасибо. У меня аптечки вообще в последнее время не выдавались. Паёк с аптечками как-то нам... Теперь что? А теперь прыгать. Прыгаем. Не знаю, я бы сюда не прыгнул. Ну блин, ты не устал, эта штука за нами? Я вот сейчас играю, и там, блин, привычки хочется крик сделать, чтобы оттолкнуть противника. Блин, кнопку Z нажимаю, не помогает. Ну что там, убили мы их, нет? Что нам надо? Ну знаешь, все ниже и ниже. Вон, на уровень Б нам надо. Ай! Надо Quick Time Event сейчас готовиться. Там внизу железо расплавлено. Нехорошо это или что это там? Ты залез? Да. О, господи, их сейчас придавит. Да, а, быстрее! Я же говорил, что тут лазить лучше не надо. Как Терминатора сейчас там прижмет в первой части. А, быстрее, 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 да быстрее же. Быстрее. Слава богам. Вот это напряжение, блин. Блин, вот тот момент реально удался. Готов палец себе сломать, чтобы быстрее убежать. Смотри, снять себе напряжение. А как так делать? У меня руки трясутся. А я вот как снимаю. Ладно, пошли, хватит. Это было что-то с чем-то. И чё я жду? Не знаю. Ну тут можно было и одному, в принципе, нажать. Поиск партнера. На, я знаю, что сейчас будет. Что? 4 рычага. Помнишь, когда закрылся играл? Нет, уже все забыл. Какая у тебя слабая память, Михаил. Я только помню, как мы 500 раз умирали, убегая от его здоровья. Это трудно забыть. Я вижу
Ой, да ладно, чем он похож, то вообще не похож. Нос. Давай для проверки профотошопим. Нацепим на него очки и волосы добавим. И заодно и проверим. Не, ну так, чуть-чуть совсем похож. Но Вескер посолиднее был. That's right. Chris, better put a leash on that puppy. This is between me and him. Чинка. Go ahead. Shoot. You have every right to. Just promise me you'll survive. The world depends on it. Who the hell are you to tell me what to do? Stop it! Put your gun down! Now! We just following orders? Or was it personal? Both. Jake, please stop. Put a bullet just in your put head. Put your gun down. Drop your weapon. Do this. Как бы ж ты как промазал с метра? Какой метр? А ты мне. Сантиметр. Сейчас жопу тебя на бороде обеспечим. Всю жизнь мечтал. Ах, вот оно да, как. Да, вот так вот, да. Как же ж так? Притык. Промазал. Ты мне оставил царапинку, теперь я буду такой сексуальный с царапинкой. Блин, а Джейк повыше оказывается. Блин, ты крест раз. Я думал, ты выше. Джейк! I know! Сейчас эта большая сосулька обвалится. Да, но первый раз, конечно, момент был напряженный, сейчас уже так. Нам в другую сторону, Федор. Да я в какой-то кнопочка, земной шар, хаос вылазился. А, ну это... Тот, на ком мы бесились. Нифига себе, это весь мир зародился, обалдеть. Не-не-не-не-не, это, я так понимаю, планы типа. Да я посмотрю, блин. Я тут главный вообще. Ну, забирай. Я тут тоже смотрю. Так интересно, а что это за красная кнопочка так нажимает? Весь мир уничтожим. Окей, окей. Блин, а если бы они вдвоем тут были, я не знаю, как бы этот лифт бы нам удалось поднять. На веревочках. Сзади веревочку, да? Веревочка. Уэскер опять! Уэскер. Работайте с АПБТ, чтобы выбраться. Пусть они сами воюют, бог с ним. Да, мы же там вдвоем справимся. И они справятся. Ты больше о нас беспокойся. Мушку лови, сачок где? Если он сам говорит, что подонок, почему он не так нервничает? Чего он говорит? Но он говорит, типа, сейчас не время думать о моем подонке, о подонке отца. Так у меня вопрос, если он считает его подонком, почему он так нервничает? Да бляха-муха, а. Сзади с ножа. Как в КС. Печенку. Да блин, меня бесит постоянно какой-нибудь этот РПГшник спрячется из-за спины на тебе, блин. И не видно его, как и не скроешься. А потом какой-нибудь гопник добьет.
И пока будешь стрелять в этого РПГшника, увидишь, что сзади с ножом, и уже все, поздно делать шаг, он тебе уже успевает. Это делай перекат. Нож в спину. Да я его поздно заметил. Я как бы нажал выстрел, а он потом... Да понятно, все это пропускаем. Конец света, да, начало тьмы, погнали. Сейчас главное не прозевать этих РПГшников. Где мой пистолет? Так, сейчас смотри по стенам. Лучше ты смотри по стенам, а я буду смотреть за тобой. Ладно. Что, все зависит, где мы повернемся, так. Что самое обидное, а в тебя, кстати, тебя зацепил этот РПГшник? Нет. А, ну ладно. Да, я то и думал, опять нас двоих. Я ж тебя из агонии выбил бы. Где он там? Поговори с не под дулом пистолета, а под дулом автомата поговори. А вон он. Да блин, вот это я косой. Подавился колбасой. Ты чё так? Ой, кто-то целится. Где? Кемпер какой-то? Ай, кто? Наверху. Нет, не наверху, сбоку. Нет, наверху, наверху. Не вижу, не вижу, не вижу, не вижу. Пропустил, пропустил, пропустил. Ты убил кемпера, нет? Нет. Ну а чё ты ждешь, убей. Ну знаешь, это проблематично, когда по тебе сверху из пулемета стреляют. Тем более, а вон я он. Все, я его снял, еще один. Да бляха муха! Прям в упор ракету схватил. Прям же на него целился. Как я в него не попал, а? Просто облом какой-то. Ой, ой, сзади луч какой-то. Или я не знаю откуда. Сбоку, сзади. Ой-ой-ой, опять кемпер. Где мой автомат? Что-то их многовато. Ой, тут ракета сейчас пролетит. Это близко. Где же? Ну, ребята, где вы? Главное на месте не стоять, постоянно бегать. Возможно, где-то уже внизу. Ну ладно, это уже другая история.